Всем привет! И многие из вас, наверное, уже заметили то, что я начал выкладывать какие-то новости в своем описании канала. Вот. Я буду выкладывать в описании канала то, что будет происходить на самом канале. То есть я недавно написал в описании то, что я буду снимать детский контент. Так-то и есть. Потом я буду выкладывать еще новости. И всем до свидания.